Всем привет! Меня зовут Юля. И придумывая свой образ для конкурса Face Awards Russia 2018, я обратилась к изобразительному искусству. Всегда любила и наблюдала за разными жанрами. И в этот раз мне захотелось перенести свои любимые виды изобразительного искусства на лицо, показать изобразительное искусство в макияже. Надеюсь, у меня это получилось. Я бы хотела вам показать свое видение трех направлений изобразительного искусства, таких как постимпрессионизм, ярким представителем которого является Ван Гог, и чьи картины я видела вживую, поэтому я очень впечатлена его работами. Также я обожаю абстракционизм и абстракцию в изобразительном искусстве, поэтому я также хотела принести свое видение этого направления в макияже. Еще одно из моих любимейших направлений в искусстве – это поп-арт. Но от этого он не становится менее значимым для меня, поэтому его я тоже изобразила на своем лице. И я надеюсь, что вам понравятся мои работы, и вы напишите в комментариях, какие виды изобразительного искусства ваши любимые, и какие направления вы любите больше всего. Ну и первый свой образ в стиле постимпрессионизма я начинаю с нанесения тона. Более обильно наношу консилер на брови и начинаю прорисовывать очертания моего рисунка при помощи белой и черной подводки. Затем смешиваю тени со специальной базой и начинаю прорисовывать свой рисунок при помощи теней сухим и влажным способом. Беру кремовые тени от NYX и прорисовываю желтые детали. Затем я буду использовать универсальный пигмент от The Sam и мелкие детали прорисовывать при помощи различных подводок от Make Up For Ever, Secret K и NYX. Беру опять универсальный пигмент от The Sam и продолжаю прорисовывать детали своей картины на лице. При помощи гелевой подводки от Inglot дорабатываю мелкие детали. Ну и финально добавляю какие-то мелкие штрихи. Ресницы прорисовываю синей тушью, и мой образ готов. Переходим ко второму образу. Здесь я буду выполнять макияж в стиле поп-арт. Предварительно белым карандашом расчерчиваю свой макияж и закрашиваю белые области при помощи аквагрима. Затем использую универсальный пигмент от The Sam и также продолжаю прорисовывать различными цветами отдельные области.
беру карандаш от NYX и также продолжаю зарисовывать линии. Возвращаюсь к аквагриму и синим цветом добавляю акценты. При помощи смешивания универсального пигмента добиваю серого оттенка и также прокрашиваю определенные участки. Затем использую кремовый пигмент от NYX и немного продолжаю свой макияж на шею. После этого я использую кремовые тени от NYX и добавляю желтые акценты. Брови четко прорисовываю черным пигментом и губы прокрашиваю красным карандашом. Завершаю образ на шее и плечах. Приклеиваю ресницы и образ готов. И финальный образ я начинаю с праймера, затем закрашиваю всю область лица при помощи аквагрима в белом оттенке. После чего я фиксирую аквагрим при помощи белой пудры и начинаю прорисовывать детали при помощи черной подводки с кисточкой. После продолжаю цветным фиолетовым карандашом от NYX и добавляю определенные детали. Здесь можно дать волю фантазии, потому что это у нас абстракция. Затем я прорисовываю намеченные участки универсальным пигментом. После чего я смогу уже приступить к закрашиванию цветных участков. Добавляю акценты при помощи красной матовой помады. И нижнюю губу прокрашиваю ярко-розовой помадой. Этой же помадой закрашиваю некоторые области на своем лице. После чего обычными прессованными тенями добавляю акценты. И использую кремовые тени от NYX в стике. Затем карандашом для глаз добавляю более насыщенных темных акцентов. И немного растушевываю оттенки при помощи сухих теней. Ну и наш образ готов. Надеюсь, что мои образы вас вдохновили и дали идеи на какое-то творчество. Возможно, вам захотелось начать рисовать. Буду рада, если вы меня поддержите и в комментариях напишите про свой любимый вид изобразительного искусства. Всем пока-пока!